Здравствуй, мой дорогой зритель, с тобой Айс Карвер, и мы с тобой продолжаем проходить игрушку Fear. В прошлой серии мы с тобой так не кисло сикнули. Было парочка скримеров, но они нас не напугают, и мы продолжаем искать товарища Феттела. Итак, мы с тобой остановились на штурме. Это мы с какого-то завода уже перебрались в какое-то офисное здание. Как я понимаю, но мы... Ну-ка, ша! И че... Сука. Надо подхилиться. Ай-яй-яй-яй-яй! А, да? Так, а как гранат? А у меня гранат даже нет. Прикинь, что, да? Ай! А, в самом начале сдохнуть. По-моему, я ему задницу прострелил. Ладно. В смысле ты встал? Ой-ой-ой. А у меня аптечки кончились, прикинь, чё. Вот он начинается жесть. Все, отдыхалите. Ну, плюс-минус мы разобрались с ними. Фу, надымил он тут. Паровоз чертов. Ну, нам это не помеха. Так, что у меня вообще по оружию? Снопа есть. Ягу, которую надо перезарядить. Слушай, он достает быстрее, когда ты 1, 2, 3 нажимаешь. Окей. Угу. Так, аптечки есть. Так, броник есть. Аптечка есть, сразу же заюзаем. Да. Работай. Работай. Нет, не хочет она работать. Ладно, нам, судя по всему, туда вниз, поэтому погнали вниз. Слушай, был такой звук, как будто кто-то мне по щам дал. Насчет Янковский по-прежнему ничего не известно. Ага. Заметим, что тела всех остальных бойцов его отряда найдены и опознаны. Пропала связь с отрядом на крыше. Можете подтвердить вторжение? Пока нет, проверяем. Хедшот. Адриан, перекличка. Он такой потанцевал. Нормально. Кстати, прикольно тут сделано, то что, допустим, в ножки стреляешь, они такие потанцевал. Так, это что? Здоровье. О, у нас теперь с тобой 145 здоровья. Нормально. Нормально. А ты чё это? Ну ладно. Он решил подполетать немножко. Ну это его право, в принципе. Они, кстати, довольно забавно бывает отлетают. Это не баг, а фича. Ага, нам сюда, судя по всему, да? Так, нычечки никакой нету. Ну ладно, в принципе. Я не против. Мы продал. Имбецил. Кстати, это замедление довольно-таки сильно помогает. Особенно в прицеливании на оружие, у которой отдача жесткая. С
скримеры отовсюду, тупо отовсюду. Вот просто чувак вышел из ниоткуда, и уже можно в штаны навалить. Ну ладно, я вроде пережил этот скрим. Не до скример. Сойдет. Патроны гоните. Держать позицию. Видишь его? Только убежал. О, стимулятор. Прикольно. Стимулятор — это хоррор. Сейчас, подожди, аптечку возьму. Какой мясистый. Ладно. С этим мы разобрались, пожалуй. Вот, слушайте, тут такие звуки начались. Потанцуй. Где твоя подруга-то? До свидалити. Отдыхалите. Так, ну блин, дробаш... Нет, пожалуй. Я только что принял сигнал, Янковский. Он в этом районе. Как он сюда попал? Ты даже не знаешь своего имени. Да, это был Янковский, кстати, насколько я помню. А чё за фигня? Какого Макара? А хотя, подожди. Это по-любому проделки Феттела, которого мы пытаемся все найти. Да-да-да. Контрольная точка. Ёптить. Ёб твою мать! Ты чё делаешь, эй? О-о-о! Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Готово. Изи. Изи пизи бризи. Так, а куда нам, собственно? Ну, да, нам определенно сюда. Хорошо. Спасибо. Знаете, вот сейчас вот звук был похож на одну игру, которую я когда-то... Твоя задача — найти и перезагрузить центральный сервер. Тогда нормально. Я смогу войти в систему и выяснить, что происходит. Хорошо. Игрушка похожа на... Ну, там как-то No One Lives Forever. Как-то так вот. Когда-то ее очень давно проходил, там. Да хотя, что я вам рассказываю? Мы с вами ее все равно рано или... пройдем. Так. Так. Так, 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 так. Это хатпу ты! Че ты не открываешься? Почему я должен... Я понял, почему. Хорош. Хорош. Здрасте. Вопрос, что это было? Ну-ка, может, нам к нему? Нет. Ну-ка, тихо. Закрылся пацанчик, испугался немножко. Идите в жопу, у меня есть обходной путь. Да. Блин, очко давит, капец. Не стой у меня на пути. Здравствуй, товарищ Феттел. Вот. А знаете, что я заметил? Идет
Здесь вот в игре, когда вот такие вот моменты, где ты тупо бродишь и ничего. Очко сжимается до уровня 5-копеечной монетки. Есть что, нет? Там аптечки, что-нибудь еще, патроны. Не, нету. Мы спецназ. Нам не до дверей. Нормально. Я понял, дверь закрыта, продал. Ёбана свет, ты что делаешь, скотина? Я аж со страху два патрона выпустил. Прошу прощения. Я понял. О, месседж. Давайте послушаем месседж. Первое сообщение. Внешний вызов. Питер, это Карла из Goodzone Avionics. Почему вас никто не берет трубку? Мне нужно срочно обсудить с Брэдом накладную, которую он прислал, но он не отвечает. Передай ему, чтобы он срочно перезвонил. Это важно. Спасибо. Сообщений больше нет. По-моему, челик так и не передал это сообщение. Так. Нам, судя по всему, туда. А вот здесь что у нас? Аптечка. Прекрасно. Аптечки нам нужны, потому что у нас их 4 всего. И нам не хватает 6. А, КТ. Мне это не нравится. Ёбана свет, ты кто такой? Давай, до свидания, слушай. Пиздюк. Давай, до свидания. Обмудок. Да. Что-то, походу, пора в скобочках дописывать ненормативная лексика. Эй, Вася, ты куда? Слушайте, по-моему, он споткнулся. Вы задолбали пугать уже, а? Сволочи. Кто это вообще такие? Три новых сообщения. Первое сообщение. Чак Хабигер. Это Чак Хабигер. Я проверил показания. Рекомендую заморозить проект России до выяснения причин синхронизации. Общая картина та же, что и в прошлый раз. Однако последствия теперь могут быть гораздо серьезнее. Следующее сообщение. Чак Хабигер. Я получил твое сообщение. Ты забываешь, что в прошлый раз Феттл был еще ребенком. Тогда мы просто закрыли источник. Но сейчас нам противостоит опытный командир, которому безоговорочно подчиняются сотни солдат. Вместо того, чтобы трястись над графиком работ, подумай о последствиях возможного бунта. Следующее сообщение. Маршал Дислер. Привет, это маршал. Я только что звонил Хабигеру по поводу Персея. То, что он говорит, действительно страшно. Пока есть хоть малейшая вероятность синхронизации, проект должен быть закрыт. В других обстоятельствах я бы посоветовал не пороть горячку, но здесь лучше перестраховаться. Перезвони. Сообщений больше нет. Да, значит, один человек пытался перекрыть проект Персей, которым является Петл, которого мы пытаемся разыскать. А другой, судя по... Скотина, блядь, я видел тебя. И сюда, пиздюк. Или ты тупо замочил его. Эти, кстати, имбецилки палятся тем, что они ломают стекла, когда они мимо них проходят. И, сука, как я люблю такие места. Вот сейчас бы мне бы дробовичок пригодился, кстати. Эти сволочи еще почти... Почти, кстати, не слышно. Что-то уп...
пропало. Так, здесь светло и ярко, мне это нравится. Блин, я бы здесь бы остался бы, никуда бы дальше бы не шел, но... Блин, дробовичок. Ну не хочу я дробовичок менять. Дробовичок. Да. Хорошо. Вот сейчас будет страшно, сейчас будет очень страшно. Главное поставить язык так, чтобы его не прикусить, сука. Да. На тебе, вр... Что, блядь? Ты как, мразь, выжил? Ты сдох, нет? Отдыхали те. Вы представляете, типу по щам прилетела граната, и он, сука, выжил. Окей, грузится. Похоже, Икар прикрыли, чтобы освободить ресурсы для какого-то проекта Персей. Известно ли, что его финансировала армия? Сдается мне Феттл и его солдаты именно оттуда. ДГ. Ну и где вы? Ёбаный свет. Ты что делаешь? Не стреляйте. Я Нортон Мейпс. Я инженер. Фу, штатский. Дай ему передачу. О! Алло? Ребята, вы кто? Свои. У тебя все в порядке? Ага, знаете, тут такое творилось. Ты инженер, так? Можешь устроить мне доступ в местную сеть? Я вам что, сисадмин? Вот что я скажу. Отключите систему охраны, тогда я посмотрю, что можно сделать. Если будет сеть, я смогу отключить ее дистанционно. Не сможешь. Она в отдельной сети. Ну, фан, блин, тастика. Вон там. А зачем тебе надо, чтобы мы отключили охрану? Затем. Вам нужна моя помощь. Цену я назвал. А я тут подожду. Я ничего не имею против полных людей, но этот жиробасик немножко оборзел. Ну ладно. В принципе, окей. В принципе, хоккей. А, мне просто здесь броник лежит. Обидно. Нам не сюда, определенно. Мне вот тоже интересно, а зачем тебе, чтобы я отключил СБ? Систему СБ? А? Ага. Одно новое сообщение. Первое сообщение. Йен Хайвс. Нортон, это Йен Хайвс. Слушай, сегодня утром ко мне опять заходила Элис Уэйт. Мне неудобно об этом говорить, но может быть хватит распускать про нас сплетни. Это без разницы, но такие вещи привлекают нездоровое внимание ко всему нашему отделу. Он вообще-то секретный, ты не забыл? Заранее спасибо. Сообщений больше нет. Странно, вокруг меня баночки что-то дребезжат. Да и не только, наверное, баночки. Может, от меня какие-то волны исходят? Это право 12, мы на месте. Вас понял, проверка связи каждые 10 минут. Так точно, право 12, отбой. Что это было? Три выстрела. Огонь. Если ты не знаешь, как звучат выстрелы, то это уже твои проблемы, братан. Он отходит с лагеря. Прикрой меня. Да, сука, съешь нас. Пират еще выжил. Нет, ты не выжил. Блин, 30 патронов осталось. Ладно. Это подлечиться. 5 аптечек. 5, мать его, аптечек. Это очень мало.
Да? О, я хочу в ту комнату. Без смс-регистрации. Сука, не мешай мне идти в мою, сука, комнату, мать твою. Выжил, сука. Не нервируй меня, у меня уже пальчики дрыгаются. Так, хилка. Ух, ну... В принципе, неплохо. О, да. Да ёптать, контрольная точка. Так, патроны. Хорошо. Да это этот товарищ убежал просто. Вопросы, куда мне идти дальше? Так, ну тут бы я пришел, скорее всего, сюда. Ну, значит, нам сюда. Вперед. Так, стоп. Я ж отсюда пришел. Ну да. Может, к этому пухляшу надо сходить? Так, стоп. Тут я прошел. Тут я поубивал типов. Может, сюда? Ну, скорее всего, да. Ну, окей. Пошли сюда. А, нет. Ёлки-палки. Так, знаете что? Давайте я, пожалуй, найду путь и потом вернусь к вам. Ребят, путь-то я найти-то нашел, а вот наш дружище, пухлый, усвистал. И тут есть типы. Падла. Ну, кстати, типов-то я довольно-таки успешно расстрелял. А теперь начинается самое интересное. Опять, куда нам идти? Спасибо, что вы дали подсказку, куда мне шкандыбать. Но отряд, к сожалению, в укрытии не спрятался, а он умер. Ну, судя по всему, нам сюда. И судя по всему, я нашел сервер. Ну да. Вижу, ты перезагрузил сервер. Молодец. Загрузка завершится примерно через минуту. Найти пропавших бойцов Дельты. Хорошо, поехали. Так, что там у нас уже по времени? Ты чё, сука? А кто ты ко мне перепрыгнул, имбецил? Вы сейчас всех потеряете, пацаны. Придурки! Что я могу еще сказать? Идиоты. Имбецилы. Куда же вы идете? Я же ж вас расстреляю. Судя по всему, нам сюда. Опа, контрольная точка. Мейпс был прав, система охраны действительно в отдельной сети. Картинку с камер я вижу, а войти в сеть не могу. Ну, я тебя поздравляю. Судя по всему, нам сюда. О, да. Здравствуйте.
Она преследует меня. Опачки. Ты приближаешься к месту последнего контакта с Дельтой. Возьми его под контроль и жди Джим. Как скажешь. Кого, отряд Дельту взять под контроль или точку? Ты что-то не уточнил. Ты видел ее, правда? Кого ее? Она источник. Кто? Я только что засек сигнал Фэттела. Он где-то впереди. Будь осторожен. Ну раз, если уж... Создали из нее. И она меня родила. Нас разделили. Но мы едины. Стоять, мудак! Сука, найду же, пристрелю же. Фэттел, твою мать! Иди сюда, я задолбался за тобой бегать. Придурком. Твою-то мать! Ну, а патроны тратить. Мне наверх. Ну да. Она пленница. Она плавает во тьме. Будто младенец в утробе. Скоро я найду ее. И освобожу. Скотина, а? Как он задолбал уже со своими приколами. О-о-о, целых 150. Прекрасно, прекрасно. Вот честно, мне вот не нравится по вот этой стройке бегать. Привет. Что скажешь, Джин? Здесь творилось нечто ужасное. Логично. А поподробнее? Я не вижу следов от пуль. Ни одной гильзы на полу. Ребята даже выстрелить не успели. От чего они погибли? Не знаю. Постарайся узнать. Ладно, пошли. Фэттл где-то близко. Даже не знаю, с чего начать. Ну что ж, ребят, я думаю... Сжижение ткани. Что, простите? Может, химия? Но это здравствуй, девочка. Я вот не помню, как ее зовут. Но, насколько я помню, сюжет завязан именно на ней. Но... Я тебе не мешаю? D12. Ладно, ребят. Давайте, пожалуй, мы... продолжим наши поиски Фэттела уже в следующей серии. Как всегда, спасибо, что посмотрели это видео. Не забывайте подписываться, оставлять свои комментарии. Не забывайте ставить лайки. И не забывайте прожимать колокольчик на все оповещения. А если тебе не приходят уведомления, то в ссылочке в описании есть группа ВК, паблик, где выходят оповещения. Без тормозов, ведь ВК еще более-менее нормально доставляет сообщения. До новых встреч, пока-пока.